В Махачкале продолжается посадка деревьев в сквере шахидов, аллея памяти религиозных и общественных деятелей Дагестана, отдавших свои жизни ради процветания родного края, обустраивается на улице Абдул-Хамида Юсупова. На сегодняшний день в их честь посажено более 20 долговечных саженцев. Собственноручно деревья сажают родные и близкие шахидов. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Внуки и внучки поливают деревце, посаженное в честь их любимого деда. За что его лишили жизни, детки не понимают и, повзрослев, не собираются мстить виновным. Они, конечно, ответят на это бессмысленное жестокое злодеяние. Только вот совсем по-другому, праведной жизнью и добрыми делами. Как делают это уже сегодня. Давайте тоже. Вот какая молодец. Принять участие в сохранении памяти о народных героях с детьми пришли взрослые. Родители, братья, сестры и жены, чья боль не угасает по сей день. Своими руками сажают деревья. Сегодняшний день нам дает память, что память о наших шахидах, что, память, что их не забывают, и в том числе и забота о нас. Я пришла со своей семьей, с сыном, с дочерьми, с детьми и со своими внуками. Первые саженцы назвали в честь шейха Саида Афанди из Черкея, первого муфтия Дагестана Саид Мухаммада Абубакарова, богословов Мухаммад Вакиля Султан Магомедова и Ахмада Тагаева. Я рада, что его не забывают. Мы очень рады, что вы такое мероприятие создали. Память будет. Двоюродные братья, племянники, их дети. Все пришли, даже не все, наверное, заняты на работе. Помимо религиозных деятелей, здесь увековечены другие имена. На аллее посадили деревья памяти убитых общественных деятелей, журналистов и людей, которые так или иначе содействовали процессу духовного возрождения в Дагестане. Все они представители разных национальностей из разных районов республики. Память, которая жила со дня смерти до сегодняшних дней, будет жить, иншалла, дальше. Дерево будет расти, и люди будут гулять, смотреть, читать имя Абдулы, узнавать о нем что-то. Это память, это большой баракат и благодарность большая от семьи, всем тем, кто помнит Абдулу, всем тем, кто работал и до сих пор вспоминает его. И вот такие вот акции делают не только Абдулы, но и всех шахидов. Я думаю, всех будут помнить, и они это заслуживают. Сохранить память о добродетельных сыновьях Дагестана, не дрогнувших перед лицом опасности и продолжавших работать во имя правды – такова главная идея аллеи памяти в сквере шахидов, который заложен по предложению муфтии республики. По инициативе духовного лидера мусульман Дагестана в новом столичном парке уже посадили 23 именных дерева. Всего организаторы планируют высадить более 50 саженцев. Это долговечные благоуханные липы, привезенные из-за рубежа. В свое время они отдали самое дорогое, я повторюсь, за то, чтобы радикализм, экстремизм и идеология терроризма здесь, чтобы не распространялась на земле Дагестана. Муфтият республики очень сильно переживал именно о том, чтобы память о них не была утеряна. Эти люди оставили после себя плодотворные проекты. О них помнят в Дагестане и за его пределами. В их честь цветут деревья. Ну а вот что оставим мы, что вырастет после нас? Такими вопросами задавались люди, вспоминая ушедших в мир иной, достойных сыновей гор. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.